Всем привет! Вы на канале Час Ремонта. Сегодня герои обзора УШМ Зубр УШМ 125-800МЗ. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Подпишитесь на канал и активируйте уведомления, нажав колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. После просмотра комментируйте видео и ставьте лайки. Компактная модель особенно удобная для резки, шлифовки, обдирки и зачистки в труднодоступных местах. Удобный хват для надежного удержания, возможность установки дополнительной рукоятки с левой и правой стороны обеспечивают удобство и полный контроль над изделием во время работы. Конструктивные решения, защищающие изделия от пыли. Пылезащитный выключатель гарантирует надежную работу инструмента долгие годы. Эргономичный выключатель можно зафиксировать в нажатом состоянии, чтобы не удерживать его пальцем в течение длительного времени. Дополнительная рукоять устанавливается в двух положениях. Выбирайте вариант, который подойдет именно вам. На электроинструменты и бензотехнику Зубр действует расширенная 5-летняя гарантия. Служба качества контролирует процесс производства на каждом этапе. Углошлифовальная машина Зубр рассчитана на использование дисков диаметром 125 мм. Она хорошо подходит для резки металла и других материалов, зачистки и шлифовки бетонных и каменных поверхностей. Для быстрой и простой замены рабочей оснастки предусмотрена функция блокировки шпинделя. Эта модель оснащена редуктором из алюминиевого сплава, который эффективно отводит тепло и снижает вероятность перегрева при интенсивной работе. Преимущества. Удобная машина для работы одной рукой. Пылезащитный выключатель, степень защиты IP5X. Надежная защита основного узла. Специальная конструкция щеткодержателя, предотвращающая повреждение коллектора при полном износе щеток. Поворотная с шагом 90 градусов голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки. Легкое включение удобной кнопкой в одно движение. Фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе. Простой доступ к щеткам для замены. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Чуть-чуть тяжеловато. Жесткий провод при низких температурах. Тугая и не совсем удобная кнопка включения. Очень шумная. Проблематично найти запасные части. Теперь перейдем к положительным. Легкая. Довольно удобная. Простая в обслуживании. Качество 5 лет гарантии. Надежность, мощность. Собрано хорошо. Удобная кнопка блокировки редуктора. Щетки с упором, защита от пыли. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.